ты убил... Убил моего лучшего друга, негодяй! Если тебя это утешит, вы сейчас воссоединитесь. Гарри, ты жив? Ты никудышный стрелок. К моему счастью. Полиция, всем стоять, не двигаться, руки вверх. Не ты, тупица. Офицер спецназа ФБР Бет Джордан. Кто-кто? Ну как? Мистер Данн, большое вам спасибо. Без вас мы бы его не поймали. Мы шли за вами, парни, от самого Провиденса. Что происходит, Гарри? Ты ведь Гарри или нет? Да, она остановила меня в холле и объяснила, в чем дело. Потом приляпали на меня этот бронежилет и дали револьвер. А если бы он выстрелил тебе в башку? А что, если бы он выстрелил в башку?